Всё. На какой постановке вы были? Постановка ретро называется. Да, и какие впечатления у вас остались после просмотра? Мне вообще-то случайно повезло с билетом. Я удивилась, что один билет остался в кассе. Впечатления очень хорошие, играли очень хорошо. А режиссерская работа вам понравилась? Ну да, конечно, интересная работа, интересная. Нет, я, конечно, советую сходить, если кому повезет. А где вы сидели, на каких местах? Первый ряд. А, то есть вам было все отличное видно и слышно? Да, отличное видно. Вообще мне нравится, я тут уже не первый раз на этой малой сцене. Вот этот тесный контакт с актерами, это, конечно, впечатляет. Все это совсем другое впечатление, чем когда вот сидишь в основном зале. Все.